Отдыхают и набираются сил. Ребятам из Белгородской области скучать в Ульяновске некогда. В программе не только оздоровительные процедуры и лечения, но и культурно-развлекательные мероприятия. На выходных, к примеру, детей возили в кукольный театр. Впечатления только положительные. Родители где сейчас? Я приехала сюда с бабушкой. Бабушка внизу с младшим братом. Бабушка здесь, да? Мама с папой? Мама с папой. Мама осталась в другом городе. И как ты здесь устроилась? Как мне нравится, очень интересно. Нас в кукольный театр мне вот сегодня нас водили, мне очень понравилось. Ребят проведал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В регионе встретили 78 человек. Это 49 детей разного возраста с мамами, бабушками или опекунами. Те, кто приехал в наш город один, сопровождают воспитатели. Гостей разместили в санаториях Итиль и Радон, что на верхней террасе. Первые дни ребята осваивались на новом месте и отдыхали. Впереди школа и детские сады. У нас Министерство образования полностью осмотрели всех детей, посмотрели все документы. По результатам соответственно, 7 детей у нас устроены в детский сад. 210-й, который близко здесь находится, коррекционный детский сад. Также 10 детей у нас идут общеобразовательную школу. И 16 у нас, соответственно, коррекционная школа. Но по решению Министерства образования мы весь образовательный процесс будем организовывать здесь. С детьми работают медики. У многих ребят есть особенности здоровья, поэтому им нужно особое внимание. Всего Ульяновская область планирует принять 150 детей. Анна Тищенко, Управда ТВ.